Здравствуйте, друзья! С вами Рима, канал Рима Кухня Огород. Сегодня я вам хочу показать, как я буду убирать корнеплоды сельдерея на хранение. Вот такие у меня хорошие корнеплоды созрели в этом году. Так, сейчас я его положу, корнеплод, на весы и посмотрим, сколько он весит. Вот. Один корешок. 771 грамм. Так, вот еще есть. Вот это должен, наверное, побольше что-либо. Сейчас посмотрим. О, 867 грамм. Так, вот еще один есть. Сейчас этот сколько? Для интереса. Не видно. 673 грамма. Вот. Своими корнеплодами сельдерея я в этом году очень даже довольна. Сейчас я вам покажу, что я буду делать, чтобы положить их на хранение. Так, берем сельдерей, осматриваем его вот здесь вот, чтобы тоже не было никаких у нас волокон. Как бы соскабливаю, вот так вытираю. Так, теперь смотрим обратную сторону. Вот эти вот мелкие корешочки, я как бы вот срезаю их. Они не нужны. Так, сильно экономить, как говорится, уж на корешочках я на этих не буду мелких, потому что у меня и так достаточно будет. Так, вот это миленькое все убираем. Так, вот здесь еще миленькие остались. И вот это, как бы вот, красоту. Получается вот такая вот, вот такой корешок. Затем беру я пищевую пленку. Есть, конечно, еще широкая пищевая пленка, но что-то она у меня закончилась. Будем обходиться поэтому узкой пищевой пленкой. Так, закладываем сюда сельдерей и начинаем его хорошенько, плотненько в эту пищевую пленку заворачивать. Стараясь, чтобы там вот воздух хорошо вышел. Вот так его приминаем. Вот. Со всех сторон как бы его укутывая, закутывая, оборачивая. Ну и вот так вот руками как бы вот приглаживая. Так, ну вот достаточно. Сейчас я отрежу. Вот получается у нас обмотанный корень сельдерея плотненько в эту пищевую пленку со всех сторон. Вот. И вот получается у нас вот такие вот балашки, заготовки, корнеплоды сельдерея. Вот видите? И вот в таком состоянии, вот в таком вот, я специально освободила верхнюю полку в холодильнике, поскольку у нас погреб плохой, там сельдерей, это уж 100% не сохранится, я через это прошла. И чтобы свои любимые корнеплоды оставить в хорошем состоянии, они вот такие плотные, жесткие, хорошие прям. Вот видите, стучу я. Я их положу на верхнюю полку в холодильник. И у меня эта вся полка будет занята вот этими корнеплодами сельдерея. Ну, я вот нашла такой выход. Я так вот сохраняю корень сельдерея таким образом. Ну вот, друзья, на этом вот я заканчиваю свой рассказ, как я сохраняю корни сельдерея. Они в таком состоянии, в
холодильнике, обернутые в такую полиэтиленовую пищевую пленку, могут храниться целый год. Ну все, друзья, пока-пока. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии.